Больше 15 встреч с населением провели члены республиканского штаба за честные выборы. В его составе известны юристы, задачи которых входит оказание правовой помощи участникам выборного процесса в регионах. Узнать свои права избиратели могут как в режиме онлайн, так и в офлайн формате. Члены Казахстанского союза юристов отмечают прозрачность работы ЦИКа и в случае выявления нарушений обещают принимать все необходимые меры. Выезжали в Екибастуз, насколько вот я знаю, наши коллеги об этом подробно расскажут. Выезжали в Карагандинскую область, встречались с коллективами. И некоторые встречи с учетом цифровых возможностей проводятся в онлайн-режиме. Вот такие встречи были проведены в Усть-Каменогорске, такие встречи были проведены в Алма-Ате. Интересует прежде всего, кто может стать президентом. Интересует, какова роль наблюдателей. Сможете ли вы сохранить объективность и неаффилированность по отношению ко всем кандидатам?